Сейчас приехал посмотреть на поросят. Поднимемся. Батька ландрасы. У нас чехи, ландрасы и датчане. И сколько вот такие виды поросят? Ну, в нем килограмм 9-10. 850, 800 в районе этого. А то чуть побольше, чем нет, чуть-чуть. И то же самое, да? Нет, у нас, смотрите, до 10 килограмм 90. Нет, я не понял, порода. Я бачу. Да, да, все одинаковые. Все одинаковые. Крупнее чуть дешевше выходит. Ну, да, имеется в виду за килограмм. Да, да, да. А це им возраст, этим сколько? Ну, вот этим где-то по полтора месяца, может быть, чуть-чуть больше. А этим месяц, да? Ну, этим... Они уже едят, нет, на сухом смотрите, себе, да? Мы отнимаем ровно в месяц, 28 дней, 30 дней. И еще держим где-то неделю, то бишь этим... Ну, чтобы они начали есть. Да, уже. Они кушают. А что по прививкам, что сработалось? Смотрите, железо пропало-то. Ну, понятно. И от глистов. Вы уже проглистовали, да? И мамки обязательно в порядке, у нас кольбактериоз колется, то бишь, ну, как бы, я такую тенденцию, синома, так мы за 14 дней до пороса вакцинируем, и поросята практически не серут. Это большой плюс. То бишь, уже мамок не вакцинируем. Ну, 800 выходит, ну, здесь в районе 800 гривень выдается. Ну, где-то так, да. Веса покажут, в принципе. А так и сколько выйдет? Тоже где-то так, в районе, чуть больше там выйдет, 900-950. А вы каждую пятницу, да? Да, смотрите, у нас еще получается... мы тут, мы обычно набираем ног, я сегодня что смотрю, непогода я мало. Мы, если по 15, по 20, есть уже такие. А, вообще крупные, да? Да. Если 20-25, то бишь при желании будем и вывозить, пора, ну, в следующую пятницу уже будет потеплее. Да мы поехали подивиться, и я вот все так, я просто покажу там с братухой посоветую, сможем мы приедем в следующую пятницу. Не вопрос, возьмем смотрите. Там это самое. Именно хочу себе на свинку. Чтобы потом вот можно эти, будет покрывать, они будут многоплодные. Конечно. ОФ1, я вам скажу, это самое лучшее. Это сочетание крупно-белой, да, да, она сольная. Да, да, да. А ландрасы, вот чисто ландрасов, я завез сюда, чисто ландрасов, девочек. Ага. Блядь, то не разродится, то у нее проблемы, то она сквозняков боится. Ну да, голая. Да. А вот это ФФ1, она самая... Самая адаптированная. Да, я понял, неубиваемая. Неубиваемая. Вот это, о чем, да. Вот это я и так размечтался себе. О, все, дадим у нас это самое. У нас хлопцы приехали, 20 штук брали. И ну, говорю, на откорм нормально вообще. Да, да, так я говорю вам, что мальчиков, девочек, кажут, без разницы. Мы тот раз брали, кажут, блядь, и мальчики пошли, росли, и девочки не уступили. Ну, конечно, что-нибудь. Да, то бишь, кажут, ну, без разницы. Все, спасибо большое за информацию.